Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD. Мне 36 лет, и я персональный покупатель. Кто знает меня по Инстаграм, по Фейсбуку, а также по Одноклассникам, помнит, что я не всегда выкладываю фотографии удачных аутфитов. Очень часто я обращаю внимание своих подписчиков, в общем-то, те, кто следит за моими роликами, на то, как вещи неудачно можно закомпоновать, как, в общем-то, можно ошибиться с выбором брюк скини. Я показываю, например, фотографии, где очень они борят, потому как приобретены были на размер больше. А тогда у меня еще не было опыта, эти брюки были приобретены очень-очень давно, и, в общем-то, за спиной у меня была продавщица, которая уверяла мне, что, в общем-то, мне нужен даже 27 размер. Брюки те были взяты 26, но, соответственно, сейчас я ношу 25, и тогда мне нужен был тоже 25 размер. Итак, сегодняшний ролик будет также посвящен аутфиту неудачному. И я хочу обратить ваше внимание о том, как вещи, вязаные вещи, не нужно сочетать. Итак, в данном варианте вы видите у меня свитер, который мне связала сеньора, который я всегда прошу вязать мне вещи, которые мне нравятся, если я вижу в интернете. Соответственно, я могу выбрать и фасон, и тип вязки, и цвет. Это очень-очень удобно, поэтому если у вас есть человек, который может вам связать, который понимает вязание, обязательно воспользуйтесь такой возможностью. Когда она связала мне этот свитер был такой теплый, что, в общем-то, носить его было одно удовольствие, я попросила связать мне точно такую же шапку из такой же пряжи, чтобы голова моя не мерзла. Соответственно, вчера эту шапку я забрала, вот она такая. И хочу показать вам, что подобное сочетание свитер и точно такая же пряжа для шапки. Допустим, свитер, это мог быть шапка и шарф, связанные по одному рисунку, либо из одной и той же пряжи. Это могли быть даже варежки, либо перчатки. Смотрится очень-очень актуально, смотрится, в общем-то, возвращает нас мыслями к 70-м годам, к журналу «Бурда Моден», «Свяжи себе сама» и так далее. Поэтому, если вдруг вы нашли шапку, которая продается в комплекте, например, с шарфом, либо с варежками, либо с перчатками, очень часто такое бывает, прекрасные комплекты, то, в общем-то, покупайте их смело, если вам все нравится, цвет вам подходит, фасоны вам и шарфа, и шапки идут, в общем-то, с варежками, с перчатками все более просто, то покупайте смело, но не носите все это вместе, это смотрится, нельзя сказать, некрасиво, это смотрится не актуально, это не смотрится фэшн, в общем-то, сегодняшний вот такой мой аутфит, это пример того, как я бы сама никогда не порекомендовала носить, и, в общем-то, сама носить не буду, просто я так оделась вот для этого ролика. Соответственно, я обязательно сфотографирую, либо запишу ролик в этой шапке, соответственно, с низом, который был бы, на мой взгляд, более подходящим к данному головному убору. Ну, в общем-то, все как всегда просто. Яна Скворцова, хорошего-хорошего дня!